В 2024 году исполнится 110 лет со дня рождения Александра Георгиева, который проживал в Барнауле и внес значительный вклад в развитие сельского хозяйства Алтайского края. В честь него назвали одну из первых улиц индустриального района, где разбили сквер, а после в 1985 году установили мемориал в честь 40-летия Великой Победы. С тех пор место регулярно облагораживали, но комплексного обновления не было, а оно нужно. В этом году жители индустриального района действительно принимают самое активное участие в голосовании. Учитывая, что до завершения голосования остается буквально у нас одна неделя, я все-таки обращаюсь и к жителям индустриального района, проявить большую активность в голосовании. В преображении нуждается не только сквер, но и полуторакилометровая аллея по улице Георгиева. Здесь планируют высадить новые деревья, заасфальтировать площадки, установить новые светильники и скамейки, обустроить цветники и газоны. Этот сквер все жители всегда в памятные такие дни, Дню Победы, 9 мая, 1 мая, всегда здесь много народа и возложение цветов, гирлянд, как бы это значимо, мы помним. Тут всегда народ, тут всегда дети, тут всегда вот, если в любое время, как бы и утро, и в обед, и вечером, здесь всегда гуляет. В голосовании за благоустройство общественных территорий Барнаула приняли участие уже больше 56 тысяч горожан. Время еще есть, чтобы подарить свой голос. До завершения опроса осталась ровно неделя. 31 мая наступит час X, и будет определен абсолютный победитель. Сделайте и вы свой выбор. Внесите вклад в обустройство зеленого уголка нашего города. Дмитрий Дроздов, День с толком.